Алла Пугачева в прошлом году отметила свой 70-летний юбилей. Певица по-прежнему прекрасно выглядит. Примадонна поделилась новым эффектным селфи с поклонником. Сегодня Алла Борисовна опубликовала черно-белое портретное фото. Легендарная певица запечатлена с вуалью, прикрывающей ее лицо. Снимок получился атмосферным и завораживающим. Звезда ярко выделила глаза с помощью макияжа. Черная тушь и подводка подчеркнули природную красоту супруги Максима Галкина. «Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+,» – написала Алла в Инстаграм. Совет звезды понравился многим поклонникам. «Спасибо за совет. Уже запасаюсь», – одной из первых отреагировала Эвелина Блёданс. Подписчики сделали массу комплиментов внешности певицы. «Думаю, 45+ тоже приемлемо, великолепная. Вы и без вуали, ого-го, как хороша. Вы прекрасны, Алла Борисовна, с вуалью и без. Мы вас обожаем, очень красивая Аллочка», – написали фолловеры. Недавно Пугачева высмеяла необычное блюдо детей. Звезда произвела фурор на звездной вечеринке. Она восхитила поклонников модным макияжем.